Да, вторая Я не часть. согласился, на самом деле, на материнские видео, потому что на башке просто пизда петрушки. А Да что того? бассейн, море, какой-то гель сраный для волос, фигурала какой-то какая-то. А что, у тебя волосы завиваются? Да, я их укрепляю. Тапки. Кожа. Очень классные. Красивые, такие удобные, гнущиеся. В разные стороны. Да. Давай продолжим покупочки. Давай, кепочки подойдем сразу. Очечки вот такие вот красиво смотрятся в клубе. Под рейбом. Кепочка Барбари. 2000 бат. Дальше. Что Так не там? видно ничего. Бальзам из жопы кобры. Говорит, что очень полезен, лечит суставы. Артриты. Радикулиты. Кофе для похудения по совету матери. 100 упаковок. Так, отпролежный. Так, от троллей. Еще какая-то футболочка, помню, футболочка. С портретом матери. С утра. Вот. Мать перед завтраком. Перед завтраком. Несется. Чипсики. Чипсики. Жвачки. Это я покупал на пляж, на самом-то деле. Ты что, не сожрал? Не знаю. Еще футболки. Тоже красивые. И такие вот подвески. Подарок. Да, подарок. Красивая, хорошая. Цыганская. Ой, это мне подойдет браслетик. Тоже подарок там еще браслетик, колечко. Тонна очков для родителей. Просто миллиард. На продажу. На продажу, на самом деле, да. Блядь, сука. Сейчас опять разобьешь. Чертям. Уже одни разы. И что, еще одна футболочка. Кис. Вот такая спереди. И вот такая ми сзади. Кис ми. Так. Так-так-так. Это у нас Пхукета. Вот еще. Еще трусиля. Вот огненные плавочки. В огне. Да, первым пьяным. Вот такие, ну да, обычные. Трусы парашюты для повседневной носки. Панталоны. Панталоны. Итак, вернемся к началу видео еще. Тальк от пролежней. Там припудрилась. Собрался все тело, что ли? Жевать, вот это, кстати, вообще рекомендую. Вот это, да, у меня есть лавандовые. Вот эти конфетки вообще офигительные. Слушай, дай я, пожалуйста, про лаванду скажу. Так, это видео про мои покупки. Потом про лаванду. Это что такое? Кошмар. Тяжеленный. Это маска мангостиновая для волос. Что такое мангостин? Мангостин фрукт. Это еще там пару масочек. Пару, вернее, 10. Пару десятков. Пару десятков масочек. Это крем. Крем. От чего-то. Это еще от чего-то. От прыщей. Вот у меня вот такая сейчас рожа как раз. Было посмотреть. Вот так вот, стало вот так. Моя фотография. После крема.
Это ты снимался? Да, я тут снимался на телефон. Без ресниц, да? Твоя фотка без ресниц. Вот это... Мать снималась после бодуна. Было после клуба вот так. Стало почти вот так. Вот подфотошоплено, конечно. Такого у матери никогда не было. Так. Ну что? Ну что там еще? Какое-то одно шелестение. Ой, это мне для работы обувь. Купил себе. Не ошибся, да, я давай, сказал. Давай, давай, давай. Надо померить. Хуй. Тихо-тихо. Жесть. Просто лапа. Ошибся. Еще одну футболку себе купил. Распродажа какая-то. Распродажа. Ой. Тоже ошибся. Маловато. Да, это на похудение. На скукоживание. Покожить немножечко и будет все хорошо. Джинсы. Очень крутые джинсы. Наконец-то от собой джинсы узкие. Вот так вот ничего не видно. Положи на кровать. Такие. И цвет приятный, и текстура. Очень крутые. Такс. Половину футболок показать не могу, потому что это очень займет много времени. Примерно купил их, наверное, штук 100. Вот это вот мне понравилось. Сейчас расправлю потную футболку вонючая. Вонится пошел. После клуба, да? Так. Такие расплывшиеся, такие бусы очень классные, яркие. Положик. Вот тут хорошо все светло. Там... Ремень. А где мы ремень от Барбары? Это был шарф еще, где-то был чай-пуэр 15-летний. Ну, короче... Чисто. Трусы еще, памперсы, самолет. Вот, ну короче, еще дохрена всего, потому что вот этот вот весь завал тоже состоит из наших вещей. Еще в шкафу что-то напихано. Вот, ну ладно, все, пока. А, анонсирую, кстати, свои покупки. Самая крутая покупка, на мой взгляд, это вот рюкзак, который сейчас просто в моде, эти все рюкзаки. Вот такой с огромными, мега-огромными клепочками. Вот, тут это MCM. А вот мой шарф. Слушай, иди отсюда! Вот тут. И вот тут так вот сделано все в логотипчиках. А остальное я уже все упаковала. И память завершается. Все. Всем пока!